Прошедшая неделя в Ульяновске прошла под эгидой международного форума «Японская весна на Волге». Среди почетных гостей страны восходящего солнца оказался чрезвычайный полномочный посол Японии в Российской Федерации господин Тэйхиса Кодзуки. Посещение перинатального центра и ряд деловых встреч, насыщенная программа посла завершилась в стенах правительства встречи с губернатором Сергеем Морозовым. В этот раз стороны обсудили перспективы сотрудничества в области экологии. Вы нам помогли, чтобы мы вышли на уникальную провинцию Фукуока. И у нас сейчас развиваются очень комфортные отношения. Я только что сейчас закончил совещание, где мы обсуждали вопрос о том, как, каким образом мы будем брать пример с одного из самых лучших экологических городов, Гитагатюсю, у себя здесь в Российской Федерации, в Ульяновской области. Я думаю, что мы готовы уже в понедельник официально заявить о том, что мы один из городов Ульяновской области, город Синдивей, будем делать, по вашему примеру, вот таким вот самым экологически чистым городом. Перенять опыт Японии наша область планирует и в сфере здравоохранения. Все, что вы сделали для того, чтобы люди были здоровыми, жили долго, чтобы мы могли таким же образом здесь вот реализовать и в городе Ульяновске, и в Ульяновской области. Мне представляется, любой из нас здесь находящихся хотел бы жить далеко-далеко-далеко за даже не то что 80, а за 100 лет. И у вас такие технологии есть, и медицинские, и связанные со здоровым образом жизни. Сам почетный гость отмечает, в Ульяновск не приехал, а вернулся. Будучи в нашем городе год назад, господин Тэйхиса отметил, за это время Ульяновск значительно вырос в культурной и экономической сфере. Что же касается экологии, Тэйхиса Кодзуки уверен, сотрудничество принесет свои плоды. В этом смысле сотрудничество в этой области, с российской стороны, это перспективная область. Но пока еще конкретно с кем, каким, об этом еще надо дальше подумать. Но я бы сказал, что это перспективная область. И это ваш губернатор, довольно видный человек, и обращает внимание на хорошее место. Но пока еще говорить, преждевременно говорить, возможность. Еще надо много заниматься к осуществлению такого сотрудничества. Губернатор поблагодарил посла за продуктивную работу, которую регион выстраивает с Японией на протяжении многих лет, а в знак признательности вручил гостю памятный подарок. Кристина Жакот, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.